Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Сахалинской области и каждого муниципального образования является обеспечение жильем молодых семей. На территории Невельского района в рамках государственной программы «Жилище» реализуется муниципальная подпрограмма «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей». 25 января в торжественной обстановке мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник поздравил молодые семьи с таким важным событием, вручил 5 сертификатов и памятные подарки. У вас сегодня все-таки знаменательный день, да? Это шанс получить выплаты, положенные по данному сертификату. От себя я, конечно, пожелаю вам приобрести в этом году квартиру в Невельском районе, продолжать то, что вы начали, рожать детей, приумножать, как говорится, население нашего района. Со своей стороны, молодые семьи, получившие сертификаты, отметили, что благодаря реализации муниципальной подпрограммы «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» они получили возможность приобрести в собственность долгожданное жилье. А это лучший подарок, о котором они могли только мечтать. Молодым семьям необходим как стартовый капитал для дальнейшей покупки своего жилья. Особенно, когда дети есть, это хорошее подспорье. За последние 5 лет на территории Невельского района улучшили свои жилищные условия 29 семей. Это около 18% из общего числа семей, признанных нуждающимся в улучшении жилищных условий. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.